Всем привет! 45-я серия турецкого сериала «Основание осман» выйдет 10 февраля 2021 года. Если вам нравится данный сериал, ставьте лайк, и мы увидим наше число. В новом эпизоде мы увидим, как Дюндар Бей пытается пробраться к замку Инегель для того, чтобы встретиться с Николой. Лена находится на грани отчаяния и решает попросить помощи у Флатиоса для того, чтобы спасти Байхаджу. Когда Байхаджа был освобожден, то отец пришел в ярость от того, что его жена обратилась за помощью к врагу. Никола начинает строить план, с помощью которого ему удалось бы напасть на Кай. Таргун должна будет убить Балу Хатун, и этого от нее требует Никола. Ее прогнали из стойбища, и теперь она сможет отомстить всем своим врагам. Она готова заключить договор с Николой, но несмотря на это, Таргун Хатун не забыла о прошлом. Помимо этого, Никола намерен увеличить число врагов, готовых выйти против османа. Для этого он заключил договор с монголами и создал с ними союз. Теперь очередь дойдет и до куманов. Эти вести дошли до самого османа. Осман-бей начинает выстраивать такую стратегию, чтобы с легкостью одержать победу над Николой. Осман создаст такую армию, которая сможет вырвать неверных с этих земель. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик.